сегодня я, в общем, ребят, нахожусь на своей старой доброй трассе ГЭП 2.0. Не, серьезно, не шутка вообще в этом. Что? Собственно, это... Да. Да, ребят, это она просто очень сильно заросла. Это спустя один год я сюда пришел после последнего конфликта с Мякошем, когда он начал тут выставлять меня выше с Гришей, там что-то. Короче, это был капец по полной программе. Сейчас... В общем... Просто я хочу один здесь покататься. Один. Я думаю, здесь будут интересные такие штуки, рекорды на время, гоночка такая вот своеобразная. Очень много чего интересного. Да. И трасса заросла нафиг. Ничего не осталось, кроме того еще спуска, который идет вниз. Когда я делал его. Классная штука, когда на новом велике уже проехался. В общем, я здесь буду перекашивать все, абсолютно все. Все, что здесь есть. Все, начинаю. Самая первая дорожка, которая будет проходить, это сразу идет вот это вот. Здесь будет снова же вылет. Маленький, сразу предупреждаю, я не собираюсь ставить трехметровый вылет какой-то, типа самолета, вы там прыгаете в приземку, я не знаю. Я этого не буду делать. Тут, короче, после дождя немножко ямка образовалась с правой стороны. Здесь все нормально, тут просто можно приземлять и все. Как-то так, точно не знаю, будет ли нормально для меня или нет, если я буду приземлять вообще идеально. Вот там вот с вылетом. Абсолютно отлично, то есть просто всего лишь вот сюда вот поставить новый вылет и что-то переделать, может быть, я не знаю, сделать все по новой, по красивому, так, чтобы это было... заводить, да нафиг оно, нафига сумочку, вот эту вот волну всю буду переделать заново, то есть ничего не надо ломать, там абсолютно все готово, просто ничего не надо трогать, все есть, все готово, там спуск вообще готов, нафиг его, можно просто съезжать и вот так ехать. Кажется, у меня есть одна идея небольшая. Я хочу вот так вот сделать, чтобы типа вверх, а потом вот так типа проезжать там по спуску. Здесь надо будет докопать часто. Ну, капец, мне его копать до хрена. Надо вот это вот докопать. И вон то сверху. Это будем делать осенью. То есть уже осень есть, сентябрь. Сейчас второй месяц начнется. Надеюсь, дожди будут. Все будет замечательно. И вот это вот нужно будет конкретно откопать. Да. Давайте посмотрим, что дальше. Смотри, такая херня. Можно его, я думаю, там прям проходить идеально. И вот так вниз. Там надо будет маленько подправить поворот, ямки закопать. Все будет готово. Вот это убрать. Здесь волны абсолютно целые стоят. Здесь ничего не надо трогать. А тут можно подпрыгивать, там что-то, вот эти ветки срезать.
с их перепрыгивать. Думаю, эта скорость будет вообще идеальная. Так как я сейчас стал быстрее ездить, так что все отлично, все замечательно, все супер. Ребята, которые ненавидят, когда камни подкладывают, всякие типа фрирайд, они берут их, короче, скидывают или вон туда, они все камни подкидывали в сторону нахер. Типа для них это какой-то дёрт, я не знаю. С кусочки, с гвоздиками. Все, ребят, так у меня, конечно, появляются на вылетах, а я туда такой гвозди поставляю под вылеты. Он такой приземляет и бомбик. Так что бойся. Что так, тут гвозди потом на вечер остаются. Я буду на вечер гвозди оставлять. А я буду проверять. Бревна сломанные. Ну это нам все для фрирайда понадобится. Снова отлично, красиво, замечательно, ярко. Все будет красиво расти. Я думаю, все будет офигенно. Сейчас дожди будет, земля будет такая мягенькая. Замечательно, ее можно будет еще уложить, там закопать и все. В принципе, можно будет плять. Только мне осталось на зарплате купить новые доски, которые были. Возможно, мне нужно будет немножко вылет пошире сделать, что все равно здесь, смотрите, тут надо будет еще выровнять немного, тут земля стала шире. Так и просто поставить короткий вылет пошире, можно спокойно заезжать и пылять. Высота будет небольшая, нафиг она мне высокая нужна, просто спокойненько так кататься в свое удовольствие, все. Я ничего не хочу портить. Просто там приехал покататься здесь, все. Ну, Саня тут сделал вылет такой небольшой. Мешочек. Я этих мешков на работе возмешу. Целая куча. Доски. Понадобится. Приземка абсолютно готовая. Целая. Стоит невредимо, даже не испортилась. Вот здесь конкретно можно фрирайд какую-то дорожку сделать. Я вернулся назад. Да. Еще будет весело. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, друзья.